Притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Помогите! Кто-нибудь! А ну вернись, Карло! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! На помощь! Скорее! А ну назад! Живо! Томми, я могу все объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить боссом, я все ему объясню! Пойми, Морелло пообещал убить мою маму. Меня заставили, заставили. Они меня вынудили, Томми. Прошу, я все объясню. Наши. Но ты нарушил их все. Все еще жив? Не уверен. Сержа, как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло.